Всем привет, с вами Unedit Customs, самостоятельная мастерская. И это у нас пятый влог. Я его снимаю не случайно, потому что у меня для вас есть кое-какие интересные, а может быть и нет, новости. Самая важная новость, для вас она может быть немножко печальненькая, но для меня, да, она таковой является. Это то, что мне придется лечь в больничку, чтобы сделать операцию. Так как мой москвич находится в идеальном состоянии в плане того, что у него нет гнили, и Жанит перекинулся на меня. То есть загнил я, и вот эту гнильку нужно вырезать, убрать. Я не буду подробно рассказывать, это, в принципе, я думаю, ни к чему. И, в общем, ложусь я в понедельник 19 числа декабря, а когда уж меня отпустят, я не знаю. Ну, следовательно, мне нужно будет восстановиться, ко-ко-ко, чтобы все это дело зажило. И снимать выпуски я пока не смогу. Но одна из хороших новостей, то, что у меня остался в запасе один ролик, который будет выложен, ну, с периодичностью в неделю. Ну, а потом, там, парочку недель придется вам немножко поскучать. Это как раз будет Новый год, я думаю, не до меня будет. А я потихонечку залатаю, залежу свои раны. Сегодня я хотел записать еще один выпуск, но у меня не получилось, потому что я заболел. У меня вот еще насморк и грипп прибавился. Поэтому в холодном гараже как-то вообще не айс. А в администрацию каждый раз напрашиваться тоже как-то. Так что я надеюсь, что все обойдется хорошо, все быстренько залечится, подлечится. И мы скоро с вами увидимся уже в новом 2017 году. Поэтому я вас заранее хочу поздравить с наступающим Новым годом, Рождеством, туды-сюды. Всего вам самого наилучшего, чтобы ваши тачки вас не подводили поменьше. А лучше вообще, чтобы вам не попадались бракованные запчасти. Хотя в нашей стране такого, конечно, невозможно. Но тем не менее, чтобы все у вас было хорошо с вашими близкими, с машинами близкими, с машинами близких. Ну, короче, вы поняли. Всем удачи. И также подписывайтесь, если вы не подписались на группу ВКонтакте, на Unedit Customs Garage. Ну, вы все знаете. Драйв 2, ссылочки в описании. Всем пока! Я пойду.